Дядьбу речь, мои dear friends. Всем здорова, это новый выпуск «Еды человека». И сегодня у меня, ну вот, реально бестселлер. Это зебра. Это маленькая шоколадка зебра. Продается в красно-белом. Я посмотрел специально, сейчас 15 рублей стоит в красно-белом. Я помню давным-давно, я еще, не знаю, года 3 назад, что ли, я ее увидел в каком-то там ларьке. Там продавались такие шоколадки, табачная фигня всякая, ну, всякое барахло. И продавала шоколадка «Зебра». Она стоила тоже там крайне недорогих денег. Там, я не боюсь соврать, но тоже где-то в районе 10-15 рублей. Она и сейчас, судя по всему, стоит 15 рублей. Ну, судя по приложению красно-белое, потому что она в красно-белом продается. Но и не только там. 40 грамм она весит, эта «Зебра». Стала выглядеть более-менее симпатично. До этого она была, ну, в такой попроще оберточке. И это, по факту, аналог всем известной шоколадки «Пикник». Только «Пикник», по-моему, те же самые 50 грамм, вот тоже 50-40, она маловато. 40 грамм могли бы побольше, конечно, сделать. Одной всегда не хватает. Это, по сути, вафля. Ну-ка, давай. Да, вафли «Зебра» с мягкой карамелью, арахисом и изюмом. Глазированной шоколадной глазурью. По сути, это вафля, посыпанная арахисом, изюмом, карамелью политая, все это дело. И сверху шоколад. И это реально вкусная фигня. 15 рублей... Это вам не шоколадка за 30, не шоколадка за 50, там еще так все. 15 рублей, это 15 рублей. Я думаю, каждому школьнику вот эта зебра просто друг. Если ты хочешь заживать вкусную конфету, я вообще всегда любил «Пикник». Кто тоже любил «Пикник» в детстве, ставьте лайк. Он всегда казался каким-то таким необычным. Кстати, «Пикник», все шоколадки весят примерно 50 грамм, там «Марс», «Сникерс», «Натс» там и все тому подобное, да, вот эти шоколадки стандартные. А «Пикник» всегда весил меньше. Но стоил столько же. Видимо, потому что он был особо хорош. Конечно, там все портит арахис. Лучше бы он был с фундуком. Может быть, там еще какие-то были бы вариации с орехами. Но то, что есть, то есть. И это все довольно вкусно. Вот так она выглядит. Это зебра. Она даже выглядит так же, как пикник. И что я вам хочу сказать. Здесь удалось все. Она всем не хуже не уступает пикнику. А может быть, даже его превосходит. Потому что, по мне, так она может быть даже еще и вкуснее, чем пикник. Шоколад. Здесь отличный шоколад. Прям вот обычный молочный шоколад. Вкусный. Арахис. Ну, арахис, что с него взять? Его пихают где только можно. Где только вот пишут орехи. Во всем дешевом норовят воткнуть арахис. Сам по себе арахис я, конечно, небольшой любитель. Ем даже с удовольствием. Но небольшой любитель. Фундук. Кешью, миндаль я люблю в разы, конечно, больше. Но что не поделаешь, дешевый сегмент за 15 рублей. Огонь. Ну, изюм, он придает такой, знаете, я не знаю, как даже выразиться, интереса, что ли, шоколадки. То есть она не сухая, не какая-то. Она какая-то вот интересненькая. Благодаря изюму она получается. Вот этот вот изюм, который попадается, мягкий такой, сладкий, интересный. Интересный. Ну и вафли просто, ну, вафли и вафли. Печенье в клеточку. Хрустят, есть прикольно, такие легкие, легкий перекус, легкая быстрая конфета. Вот в этом плане она очень хороша, эта зебра, причем не слишком не приторно сладкая. Есть, например, шикарная конфета Аконт, по-моему, Добрянка называется. Они тоже на вафельной основе, но они прямо, ну, приторно сладкие. Ты ешь, просто балдеешь от вкуса, но потом вот тут прямо требуется чем-то запить. Эту же зебру можно даже и без чая заточить. 15 рублей. 15 рублей. Я не знаю, что сейчас стоит 15 рублей. Коробок спичек, который будет стоить 15 рублей. Шикарно. Изюм создает прям такие нормальные ощущения, что что-то жуешь. Потому что только вафля в шоколаде, она какая-то неинтересная в плане еды именно. В плане ощущений. Когда ты жуешь просто вафлю в шоколаде. Даже если с арахисом. Все ели эти торты причуда. Ну, что-то не то. Это не так прикольно, потому что там нечего пожевать. По факту. Слюни даже текут. Потому что, ну, действительно вкусная такая шоколадка. А с изюмом именно появляется вот этот процесс жевания. Что-то немножко как жвачку жуешь. И это прикольно. И это твой мозг как бы обманывает тем, что кажется... гораздо, как будто наедаешься больше.
что как-то прикольнее, что меньше хочется запивать именно за счет изюма. Была бы просто вафля, было бы суховато. И при этом при всем непосредственно весь вкус и шоколада, и арахиса, и изюма, он сохраняется дольше во рту. То есть это по ощущениям вкуснее, чем если бы это было без изюма. Вот прямо очень удачное сочетание. У вафли тоже там такие шоколадные прослойки. И карамели неизбыточно много. Она тоже создает такой эффект жевания, но немножко отличающийся от изюма. Вот мне очень нравится. Вот отличное сочетание. Единственное, говорю, она маловато, конечно. 40 грамм. Это буквально съел и забыл. Даже попить чай, наверное, хочется две зебры. Но даже если так, две зебры, это 80 грамм за 30 рублей. Отличный вариант. В общем, всем рекомендую. Вот это прямо топчик еды человека, что за недорогие деньги ты покупаешь действительно прикольный и вкусный продукт. Не хочу считать состав, тут производится Яшкино, насколько я понимаю. Вот. Яшкино рецепт, респект, у них вообще много таких вкусных, классных продуктов, и конфеты там вкусные, прикольно делают, и печенье, и то, и все. Но зебра как-то вот особенно удалась. Ребята молодцы, придумали, ну что придумали, просто скопировали пикник, только подумали, нафига он столько стоит, когда все то же самое можно запихнуть в нашу обертку, и стоить будет значительно дешевле. Вкусно, недорого, ну и вообще просто классно, удобно. Идеальная маленькая шоколадка, конфета. Ну, такая вот. Такой вот обзорчик, всем рекомендую, ну и буду жевать дальше. Зебра очень хороша. Пишите свои комментарии, что нравится вам, что не нравится вам. Ставьте, конечно же, лайки. Подписывайтесь на канал. Пока, до скорых встреч. А, ну и не забывайте, напишите, что вы бы хотели увидеть в обзоре. В обзоре, что вам нравится и на что бы вы хотели, чтобы я снял обзор. Давайте, пока.